счет 1 БДК начинаешь. 3, 2, 1, погнали. Бьем. Типа из ханта. Ой, из чарама. Кто там сзади стоит? А, кто сзади стоит? Борьбе раскол. Выбей. Ну типа сегодня выходной. Давай с руля гимн на хп. Эти слушай с руля гимн на хп, пой. Пой гимн на хп. Отдал. Клоун. Типа фрейм. Пусть бей. Зайдите во фрейм, что вы там делаете? На каханьке помогите. Беги, малышка, беги. Ты не бейте сейчас, разбегитесь. У нас два шамана что-то не захиливает. Угу. Попросил разбегаться, маг умирает, шаман умирает. Бля, вы пиздец гонить. Эти шипы. Жестко. Очень жестко. Я лечу пока. Вуди, теперь ты понял, да? Шипы, бейте. Бьете? Отлично, давайте вздыхайте. Блин, вы чё, шаманы на приколе? Что это за отхил вообще? Почему Эрдру на первом месте? И шамана в рейде по 6.3. Эрдру, потому что последний умер, наверное. Ну да. Неважно, какой Эрдру умер. Нами, Гейт были живы, как после первого этого. Херни, Миншун, что у тебя за абсорб вообще, пиздец? Дима, да это танки, короче, пана разбежались. Ну, типа, рай тоже виноват, но танки в первую очередь. Почему ты стоишь под лордом Ребрадом и ловишь клив от него и умираешь сразу, как только он начинает крутиться во второй вертушке? Это касается всех магов. Вы во что, нету блинк? Или лучше постоять и сдохнуть? Блять, зачетный смех вообще. Как они его записали? Вайп на ребре — признак хорошего рейда. А вайп на трэше — признак чего? Какие-то системы есть, да, в этом? Да вообще вайпа — это признак хорошего рейда. Особенно когда много и на одном и том же боссе. И потом РЛ пишет. Сейчас сейчас, говорит, фишку докурю, блядь. И будем пырять. Это да. Этот Black Mom, ты здесь, Вар? Бей расколом, хорошо, окей.
Слышь, открываю рекаунт такой. У Бэкмона раскола, блядь, 12. У Колома 2. Сука. Может потому, что я... Может потому, что вот, я был на шипе первом, а потом на третьем шипе умер, нет? Да нет, он приполчен, ты ему говоришь, где я раскола. Он говорит, 12. Да потому что он жил долго, умер на третьем шипе, при том, что провисел на первом. Ты что, сумасшедший? Я не могу. Блин, такой тупой, блин. Издеваешься. Дайте фулл баф, пожалуйста, дайте фулл баф и... Где это было круто. Дайте так. Маги, если вы еще раз сдохнете от клева, я всем накину по 1000 гп, потому что это не прикольно. Когда у вас есть блинк, просто стоять на месте и сдыхать от трех кливов лорда. Вы не латники, вас убивают. А мы что, засыпать? А мы что засыпать? Зачем ты им об этом сказал? Лапу дайте. Они... Лапу дайте. Слятинка, ты готов? Давай, начинай, КВ. Тупо избивайте. Разбегайтесь, танки. Беги, малышка, беги! Пусть бейт. Не стойте в лужах. Помогите зданием. Ничего не сбейте. Тримся шипы. Давайте шипы и во фрейм. Бей расколом, блин. Бля, четвертый шип ловлю. Что-то, блять, пыжился котом, нихуя, по шипам 70 тысяч всего лишь. Хуйня какая-то есть. На уф. Нарольте кольцо. Ты посмотри вот теперь, кто сколько набил расколом, при том, что я на 4 шипах был. Так, у тебя 6. Ну, я был на 4 шипах. Это так ничего. А он на скольких был? Не знаю, на скольких он был. Я на 4 шипах подряд был. Поэтому, ну...
Натуре, единственный, который у меня был в рейде, кто нормально настакивал раскол, блядь, это был этот, как его, блядь? Спиди. Не, да спиди, пидор. Не натурал. Вообще изначально казалось, что вы со спиди вместе живете, но это не честно. Как ты сказал, в одной мечети? Вместе живут, причем в мечети. Не хотел никого оскорбить, просто, ну, блядь, думаю, нихуя себе ты сказанул. Аллах запрещает. Аллах милосердный. Слушайте, а правда, что Аллах не видит, можно там и сало пожрать, там, типа? Нет, это наебали. Свинья – это вообще самое грязное животное, ну, со всех животных. У ней больше всего паразитов, ее кормят отходами, и все остается у нее в сале и в мясе, так что… Ну, иди, пожалуйста, Ладу, в мишку будешь вместе с БДК слева. Да, так что на сон, педалом, пилом пла, первый на пулы на White Beast, а потом на Кьюва. Коллеги уже спуститься. Сейчас папку на мастерство обновлю. Готов. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Бля, нахуя ты это сделал, Ваня? Я не чекнул, нихуя. Да нет, нихуя я, такое делать. Я насагрилась, типа я подбежал перед этим за близко, понял? Можно чистить ГП. Я подбегаю за близко, из кармана. Ну, можно чистить ГП в натуре, я не спецом. Бейте уже теперь. Бейте? Справа. Контрольте с руля, длинноухий, меньшун, и постывайте капли. Кто повестку забрал? Я так и не смог ее здесь пройти. Там куча фото камня еще и все. Слева трэш и спятинку, законтрольте, не убейте лампа и White Beast. Бум. Я ты убил Локовска. Чё, два трэша ещё, что ли? Не будет. Типа колени. Че, будем стопать, че не? Не, бейте, бейте. Укулы на меня сейчас. Дай персак. Вот быстро дайте. Вышел слева, бейте трэш. Это право. Типа слева получается от меня было, ну да, ты насрал. И смотрим аккуратно. Тройте с руля, афериста нам, чтобы не, он не хилил, леди. Ну уже давайте на QV.
Дан, сбрось этот. Трэш. Слева дух в мидизоне. Трэш не залит слева. Алло, бейте трэш. Бейте, пойди спать. Все, на пулу можете на мишку дальше. Пока на меня не приедет. Он на лес, не носка. А, во, это ты лес, не суслятинку. Бей трэш. Контрольте Джанси, афериста, папиросу. Джанси только не убейте. Стан по Джанси. А, там не получится стан. Стрим духи. Дух мини-зона. Кол. Глыбу, уход, тень, ой, тень, говорю, это мисс. Похильте, вара не убьет, притвориться мертвым гадалом. Бейте. Переспайте, леди, на ниже подавление боли висит. Трэш, кстати, будет бить? Можете уже не бить, трэш. Бейте этого, бейте. Это вара вообще поменять, короче, бля, и он вообще раскол не стакает, урона не дает, я не знаю, что, кто это. Крольте по плечу. Ну вот сейчас, его... Зато он духов не взрывает. Ноль расколов. Да он и на ребре не особо стакал его, блин. Если бы я не орал варка, он бы его не стал юзать. Шляпу рольте. Ребят, меня слышно? Осколки кому-то надо в рейде? Осколки в рейде надо кому-то? Никому. Значит, босс. Что-то зайдет на скорость. А сейчас заберем. Пускай дядя он собирает. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Ты умеешь играть за БДК или нет? Тогда заходи на БДК. Ну-ка смотри, чарж сумасшедшего кота. Слишком далеко. Клюва, ты спекайся тогда в этом.
АДК. Кирю, спекайся в АДК, сейчас зайдет БДК. Бой. Нету боя. Бой. Кого я добрал только что? Янама, Кикну. А, все. Учите. Возьмите вара, который будет стакать раскол со мной. Не буду, главное будет держал. Нормально. Это чисто так, чтобы я не дал там 20к, да? А, я все равно тебя сделаю, сынок. Дай 30к вара, по-моему, против. Дайте шкаф, суманем брутал, а не запускать ничего. Это в том сне, где ты это с Юрием Гагариным летал на Марс, да? Что бы ты не обновлял порчу. Это знаешь, есть типа, ты меня передепсил, обмочил страны, потом проснулся, да? Да, да, да. Да, возьми этот хрень. Я сейчас тебе котом передепсил просто. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Лапу и каску помогом. Да, забыл сказать, Олег писал про какие-то новые правила, чтобы вас занесли в ту хрень паралимпиаду, надо дамажить сурка без триксов, истерии и пояски. Короче, просто своими силами и все. Тут проблема в том, что если кто следит за этим и все, если вдруг тихаря так кинет трикс. Ну, у меня на видео записывает аддон. Кому кидается истерия, кому фиксы кидается, что написано. Ну ты же не всегда в рейде, когда это все происходит. Правильно? Есть аддон, который это все линкует. Эти пушки, как ты думаешь? А почему пушка не занята одна, алло? Потому что вот порча не стакает. Да, да, конечно. Вот, я ни одного рейда не видел, что ты больше 14 дал своим локом. Давай, убивайте, мага. По 14 что говоришь, да? Что-то как-то обновлять надо ее 35 что ли перевешивать. Что перевешивать? Я думал портрет Путина над кроватью. Ну вот, ко всеобщему удивлению, блядь, портрет Путина. Почему ты что, не любишь Вову, блядь? Так зачем его любить? Вова не твой царь разве?
Дубова, голова дубова. Не знаю, кто это. У меня был на работе Вова свистозуб, погонял, зуба одного не было. Нормально у тебя компания на работе. Мы вместе там ходили, посвистывали. Работе, чувак. Ну так говорю, друзья, ты, бля, лучше, бля. С тобой, ёпта, бля. Ой, блин, войд, войд. Нет, у меня этот РЛ, который говорит, сейчас силу дохурю, и начнем, блин, это мой просто, это самый лучший РЛ, я еще таких типов не видел в натуре. В старости такими будем РЛами, блядь. Да не, жаль, он такой сидит такой, говорит, полташку, чтобы мы сейчас ее убили. Ну там кто-то пишет, начинай, он такой, сейчас силу дохурю, начнем. Думаю, типа вообще не заморачивался. Не то, что Джерри, да? А Димон именно такой, знаешь, у меня такое чувство, что Дима там на амфетамине сидит, знаешь. Он такой, все ему поскорее, знаешь, все его подхаривает, любая задержка, любое что-то, все, его нет, Дима. Да, тот, да, тот вообще не спешил никуда, ну. Ну, еще кролики. Так, давайте. Краткий экскурс. Как дать котам 20к? Я на оф. Котом 20к. Ну-ка, расскажите ко мне. Ну, короче, бизон катаю, чтобы на него не играл Void. Джерри, ну-ка, что там? Как начинать эту ротацию? Открываться как? Да не двигайся, да я подчинюсь. Паралимпиад. Че ты хочешь моего кота обогнать? А ты сколько? Полки варом, дайте паладину, кто бафает. 18 без истерик. Или... Ну сейчас 20. Там фокус давайте на пришлых выходных. Знаете, кто вас всех бы, кого сделал, кто бы вас всех сделал? Саша у нам это. Диплом, ты тут? Диплом, алло. Диплом. Нет, тут никому не кидай истерию и носок, никого не триксуй. Диплом, ты тут? И резисти. Это мне кулак. Кот у него был. Ну, у нам и Саша. Он бы вообще обоссал тебя, твоего кота. Поднял лапу так, как на дерево, и так пс-пс-пс. Опасный пацан. Вкусно ты описал. Дайте шкаф, пожалуйста. А чем шкаф все тут? Давайте чек. Баркон, спекнись тут в сову, если у тебя есть сова. А Меншун, спекнись в ШП. Гейт готов выйти в трэша? Дайте каску по шаману. Да, там еще 5 хилов, блин, тут двадцатка и не пахнет. А тут нету 5 хилов, 3 хила будут хилить всего. Гейт хил, Рикада хил. Длиннорукий хил. Аркана, сова, Меншун, Меншун, ШП. Три шамана хилы. Ну, бичеватый такой ШП. Струй, чуть-чуть не забрать его тело. Ты будешь доставать нормально. Струй, да? Чуть-чуть назад, отойди. Слышите, только этот самый, там босса не дергает, вот эти.
А то я вам подергаю усы под носом. Простите. Сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественен... За пару секунд, Николай. 7 секунд до начала боя. Виталий Чун, включи какую-то печать, не знаю, тебе что-то печати на ретрике нет. Виталий Чан, Никун. Ничего. Звездочку заберите. Днем. Лок хитс. Что, видал, да? 16400, нормальный дамаг. Да, какой нормальный? Ну, я варом 322 рейди дал. 20. И сколько тут ДПС у рейда сейчас? 320 тысяч. Ну, у тебя был фарбал, который так на раскол с тобой там. Этот самый парень. Да не, я не стакал. Ну так ты, ну потому что вот такие как ты не стакаем. Потому что я не на. Да, а блять больше. Геровский защитник, да? Не, на самом деле нормально, когда есть вары, которые помогают с пула на стак. Одного, конечно, стрём. Одного, конечно, стрём. Плач на оп, можно? Так вот, ебливая хуйня, блядь, не прокает нихуя вот это поебень. Параша, корка. Дай рейд, блядь, подъезжали людишки, короче. Кстати,
сейчас. Ну, Суслятина магом хорошо играет так. Суслятина играет магом так, как Водни играет ни одним классом. Что-что? Дуэль, где я мучину выиграю варом. На изи. Да, кинул дуэль Канобу, умер в муках. Не вот. Каноба, кем играешь? ВП? Угу. Армсом, Проттиком, Ретриком, Афлилоком, Дестролоком, ДЦ. После рейда можно на тебя посмотреть? Что? После рейда можно на тебя глянуть? Фотку скинешь на канал? Ну, в смысле на меня глянуть? Скину тебе фотку. Там только по обещанию вращаться над ней. Ладно. Фотка такая красава. Там тебе почему день? У нас у него там слышишь татушки на сосках. Пойду как-то с этим, с Башем в один рейд, типа где он варм. Посмотрю. И вот его того наверху. Типа не вкуси. Танки, сука, заберите, убьют. Видите, сейчас хорошо этого Fortitude вара 8 стаков. Заметьте, братан. Мы убили вонючку! Сейчас получите!
Так прощается, пиздец. Должен быть вокруг него, типа бежишь жопой и ты с размахом бьет мобов, которые в жопе бегут. По-моему, да. А у кота только спереди, да? А вот я кота не брал. Ну, Мишка типа с размаха бьет, а кот просто лапой тыкает в кабину, проламывает череп. Заберите ленточку, пожалуйста. Я не помню, но там, по-моему, даже анимация, короче, вокруг этого всего медведя прокручивается. А у кота, наверное, спереди, перед лицом. Что-то в глаз упало. Срочно отойду на минутку. Блин, пускай упадут перчатки, короче. Так, на рынже лок. Два шипа. Лок, 2 ШП и этот Эль. Протопал, 2 охотника и какой-то маг. Давайте, как всегда. Все. Слышали, кто на ринже? Элем на ринже, Чарам, ты на ринже. Чек, на бабах и готовность, дайте лапу пора. Меньшун воет. Меньшун. Воет, ты готов? Тут кидайте, что хотите. Все, погнали. Вы, блядь, водите хуй простишь как этих боссов, то, блядь, стоите с ними. Беги, малышка, беги! Беги еще ДК, блядь. Снова потекла. Липучка вонючка. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Забирай. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Фридом, дайте правом ро. Липучка вонючка. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла.
Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Забираю, пришел. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Лестницы выйду. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Ну, мне кажется, только Нубас здесь умер. У перчатки не упали, кстати. Кожа. Объект вроде. Нового Фроли с Шарком? Нет. Плащ, Фроль. Я на уф. Идемте на Тухову. Шуслятина, ты знаешь анекдот про шмотку для ханта? Я знаю анекдот про шмотку для Вайда. Ну, там такая тема, типа, короче, падает щит с защитой. И чувак такой ролит, говорит, типа, это похоже на шмотку для ханта, я ролю. Ему говорят, чувак, это щит. Ты не сможешь его носить. Никогда не знаешь, что он говорит, типа, ну вот с вашим таким настроем, конечно, я не смогу его носить. Вы же мне его, типа, не отдадите. Ну, а чем мы стоим? Реально, походу, не слышно ВРК. Что-то в последнее время стало вообще это капля чуть-чуть. Ой, ты чё? О, нормал. Мы думали, Димон, ты там уже танец вертолетиков танцуешь. Ну, начинай. Первый спрос начал. Поставил метки, не знаю, что в мини-зоне стоят еще.
Каз, скажешь, когда тебе капли кинуть? Зону. Ты всегда был моим любимчиком. Неплохо, Банка Пояс. Да? Я его даже чувствую. Фигня, 18 как всего. 18500 попрошу. Восемнадцатька, а ну смотрим, что там дал Войд. 15к, так, что-то здесь нечисто. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди, в бинокль гляди. А как они тебе? Привет, еще достают эти. Сука, нахуй мы отдельно этот смех озвучивали. Это по-любому ведь. Звать в разу, окей. И мы по-любому этот смех отдельно озвучивали. Нахуя он так глупо, просто не к месту сюда прилеплен. Ой, сука, так и вижу, прям как мужики, блядь, такие во время апокалипсиса. Хи-хи. И крестным знаменем. Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? От знает, любит так или сосвету жить хочет? Вообще, конечно, это... Ой, блядь, не могу. Что ты не можешь? Да, сука, пока давал там, на метро. Прикольный момент. Чек на баф и готовность, 5 хилов тут. Им стопы. Все готовы. Пей белин, начинай к его. Брутала начинай. Отличные новости.
Столом надо напуливать. Блин, бедолом, притворись мертвым, что ты делаешь? Уже стопаем? Стопаем. Сова и башня. А, это горгули. Сбежались. Стали с этим зеленым дебафом в квадрат. Папа, почему слизи не замедлен? Да. Жались в чаре прилещ. Смена цели красного. Смена цели красного. Боб, даешь Виталичун. Керца. Смотрим опять смена цели красного, Боб. Боб на QV. Аркона поднимай всю слятинку, а Войт поднимай скерц. Меняется амбута. Смотрим, РДД бьют красного. Эти красного. Пенни в центр. Все зеленые. Речь. Сбежались, сбежались. Разбежались. Не бейте, босс. Пельмени центр. Это КНС не прожал. Проф, оскол, брутел. Почему он в колбах тасуется? Почему ты очень долго его ведешь? Мини-центр. Добейте красного. Зачем ты его ведешь, пока он еще не поставил колбы, блять? Мини-центр. Красный ускорился. Зеленый. Куда в зеленого? Мини центр. Ухи встанешь. Пафа бейте. Да, не бери больше его танком этого ДК, блять. Давайте, погнали. Встали все, у кого зеленый дебаф в квадрат. Тут квадрат не ставится. Здесь жду встали. Давайте Геллеру. Дебафу. Жались в череп. Давайте с зеленым.
Ай. Блин. Мени центр. Прыгай в мишку, забирай пельмени центр. Войтбист. Лестники повыше. Заметьте, я эрелил, нихера не делал, и я третий. Пожалуйста, делайте что-то с этой хуйней, мне это не нравится. Я только сейчас посмотрел рекаунт. Ты как, ты хуёво водишь босса? Ну, блядь, я...